Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на игровом канале Стича, и мы с вами продолжаем проходить Silent Hill. В прошлой серии мы с вами побывали в церкви, встретили таинственную какую-то такую незнакомку, которая лично мне как-то не внушила никакого доверия, ну и добрались вот до этого госпиталя. Госпиталь Алхимилы. Первый этаж. Ну, достаточно много тут всяких кабинетиков у нас с вами есть. Были в смотровом, в кабинете врача, в принципе, ничего тут такого нету, встретили только с вами врача, Кауфмана, да? Ну и сейчас направимся с вами в эти дверки, в следующие. Лично мне кажется, что тут... Ты смотри, а двери закрыты, вот как. И я почему-то думал, что все-таки мы сможем пройти. Мы сейчас сами, кстати, не побывали в кабинете. Тут где-то кабинет есть. Звуки реально пугают. Это у нас с вами аптека, ничего полезного. Что-то же должно быть тут, я думаю. Это газета. Статья вырезана ножницами. Интересно, кому это надо было? Все-таки прошли мы с вами. Я попробую сейчас дверь открыть с этой стороны, вот эту вот. Нет, тут тоже дверь закрыта. Начнем сейчас все с вами кабинетики смотреть. Склад, первым делом посетим склад. Нет, не посетим, он закрыт. Тоже закрыто. Интересно, двери замазаны, похоже, в эти двери не пройти. Двери как, кабинет врача. Еще какая-то бумага тут лежит. Это карта подвала госпиталя. Кстати, она почему-то отдельно была. Ну да ладно, в принципе, нам какая разница. Тут какие-то снимки, телефон. По крайней мере, я не слышу гудка. Ну, в Silent Hill все возможно. Как бы у нас телефоны уже, мы на личном примере уже убедились, что даже телефоны могут работать без гудка, без шнура. Какой-то ключ, смотрите, я его вижу. Мне кажется, что тут тоже будет потусторонний мир. Это я вам гарантию. Ключ от подвала. Но нам все пути намекают, что нам надо с вами идти в подвал. Я вообще думаю, может быть, на все-таки сами взять дробовичок в руки. Как вы думаете? Походить с ним. Ключ от двери, ведущий в подвал госпиталя, обнаружен в зале совещаний на первом этаже. Вот так вот. Кухня. Кухня, кабинет директора. И лифт. На кухню я бы сходил бы. Подкрепиться бы нам бы не помешалось бы. Но пока тихо, меня это радует. На самом деле. Тишина — это залог спокойствия. Тихо, но какие-то звуки, знаете, такие есть. На кухне. Так, настоечка. Что тут написано? Холодильник пуст. Тут тоже ничего я не вижу. Кстати, вот тут ничего такого нету. Какая-то, по-видимому, еда тоже лежит. Поварёшки различные. Чаны для супов. Ну, все как положено. Здоровый образ жизни. Смотрите, дети, фотографии детей ползущих маленьких. Тут кто-то явно рылся. Что это за... Твою мать, это что за звуки? Так, вокруг стола рассыпаны книги.
Какая-то скляночка лежит, и кто-то ее раздавил. Вот это да. Ну, такое ощущение, что кто-то по трубам стучит по каким-то. Ключ от подвала, кстати, использовали мы с вами. Это вниз. Надо еще лифт посмотреть, он у нас с вами работает или нет. Вполне возможно. Судя по всему, давным-давно не работает. Так, ну тут дверь открыть нельзя. Хорошо, если нас с вами отправляют в подвал, мы в него пойдем. Как бы мне это не хотелось, я, если честно, даже как-то не по себе мне становится. Блять, я не хочу туда идти. Кто тут ходит, а, мать вашу? Кстати, дорогие друзья, так, не то нажал. Здесь, как я понимаю, так, двое готово. Сука, да попадись нам, а. Готов. Эти звуки меня вообще... Не знаю, лично меня они очень пугают. Может быть, это медсестра, как вы думаете? Вполне возможно, почему бы и нет. Но ее же можно убить, черт побери, все-таки. Смотрим карту с вами. В принципе, этот лифт небольшой. Тут большой склад, генераторная и бойлерная, да? По левую сторону. Так, это мы сами вышли обратно. Заходим в генераторную. Резервный генератор обеспечивает энергией лифты, палаты интенсивной терапии и операционные. Какая-то музыка заиграла, нехорошая, да? И я не хочу кирпичей тут отложить, если честно. Вполне возможно, что этот лифт заработает. Так, какой этаж? Ну пойдемте на первый, первым делом съездим. Где мы и были, я так это понимаю. Мурашки по коже. Так, торговый автомат. Так, это на самом деле первый этаж. В принципе, все осмотрели. Единственное, что вот где туалеты опять остались какие-то. Но туда пока не попасть. Поэтому едем с вами хуже на второй этаж. Тут еще должна быть медсестра какая-то быть у нас сами в этом госпитале. Я думаю, мы все-таки скоро с ней встретимся. Я не думаю, что какие-то проблемы будут, пока мы будем находиться в нашем мире. Ну, помещение закрыто. Здесь никого не должно быть. Нет, тут никого нет, конечно. Так, тут, смотрите, закрыто, кстати. Тут, по-видимому, тут как-то не пройти. Палата 206, 205. Тут можно будет по лесенке подняться, но это надо будет, скорее всего, сделать с третьего этажа. Поэтому сейчас отправимся на тот самый третий этаж и там попробуем с вами пробежаться. Меня, если честно, этот госпиталь немножечко поднапрягает. Тут тоже такого ничего нету, обычные плакаты.
Смотрите. Сюда тоже не попасть. А вот это уже интересно. Так, может быть, мы как-то можем пройти через подвал. Знаете, меня что-то это как-то немножечко в заблуждение ввело. А, еще есть четвертый, смотрите. Я внимания, кстати, не обратил. Четвертый этаж у нас с вами. Карта есть или нет? Надо посмотреть. Так, что это? Какой-то магазин, что ли? Нет, карты. Смотрите, это уже похоже либо другой мир мы с вами попали, либо тут что-то как-то очень запущенный этаж. Что за звуки, а? Потихонечку идем. В принципе, пока рация не шипит. Если рация не шипит, то это уже какой-никакой плюс. Вот это надо, кстати, дверь проверить. Все двери закрыты. Тоже. Это что такое, а? То ли это она уходит и нам двери открывает так. Четвертый этаж, цифра 4. Так, и лесенка куда-то вниз. Третий. Да, похоже, мы с вами попали в другой мир, потому что, посмотрите. Потому что, дорогие друзья, обратите внимание, все поменялось вообще резко просто. Твою ж налево. Ты смотри, а. Кстати, мы ее вальнули. Сделано так она, скажем, неплохо. Медсестра. Фу. Что такое? Пластинка черепахи. Смотрите, все-таки опять в туалете что-то важное мы находим. Прямоугольная голубая пластинка с изображением черепахи квази. Пока догадок никаких. Сволочи, как пугают нас, а? Палата 301. Клетка. Птичья клетка. Кстати, цветом вот этот вот флаврос, он точно таким же, каким этот цвет окружения. Надо запомнить, что птичья клетка, да, и она пустая. Хотя ее никак тут не обводят. Вполне возможно, что с ней ничего не сделать, как бы, да и нафиг бы она нужна. Здесь у нас с вами есть сохранение. Винья магнитофон в рабочем состоянии. Может быть, эта пластинка нам с вами как-то... Нет. Никак нам это не поможет. Надо это тоже запомнить, что на третьем этаже есть вот такие вот у нас с вами
необычные немножко места, так скажем. Так, бельевая, еще две палаты, кстати. А он тут что-то обвел. Видео, да, написал? Писал видео. Кстати, там какая-то дырка, что ли, я ничего не понимаю. Твою мать, а что за дырки? Сука, ты смотри, а? Самое-то интересное, что она даже не останавливается никак. Один раз нам с вами один удар нанесла с нами с помощью ножа. Крыса, а какая? Ты смотри. Это мы так просто не оставим. Всех перебьем нахрен. Стальная пластинка приквинчена к стене. Может, нам надо какую-то отвертку найти? Тоже надо запомнить. Кстати. Ну, ничего так, ничего я вам скажу. Надо дробовик, кстати, брать против них. А вот дробовик будет самое то. Так, ну все, нам вот эта дверь с вами осталась. Бельевая, да? Сушилки. Сушилочки. Сучка. Да что ты будешь делать? Да ты нас сейчас убьешь так, а? Какого хрена мы в тебя попасть не можем? В другую мы просто сами попадали, поэтому так и получилось тут. Медсестры, да? Медсестры. Кстати, тут какой-то склад еще есть. Я не ошибаюсь. Двери закрыты. Просто прекрасно. Хотя нет, все-таки до склада мы с вами еще тут не дошли. Где он? Скорее всего, это вот эта дверь. Музыка тут. А вообще. Бутылка. Да я бы взял бы что-то, чувак. Давай возьмем бутылку, пригодится. Может, сломаем бы от чего-нибудь голову. Так, патроны. Патрон тут уже мы, кстати, достаточно потратили. Упаковка с кровью. Упаковка с 200 миллилитрами донорской крови, найдена на складе медикаментов. Кстати, дорогие друзья, не забывайте оставлять свои комментарии по поводу прохождения, ну и какие-нибудь подсказочки мне пишите в комментариях. Я ими обязательно воспользуюсь. Все комментарии я, конечно, отвечаю, читаю. Палата 306. Какая музыка, мать ваша. Пластинка кота. Черепахи кота. Очередная. Какая-то, видимо, с вами загадочка ждет. Прямоугольная желтая пластинка с изображением чеширского кота. Прикольно, что скажешь. Тут у нас с вами лифт будет. Поехали дальше.
Вполне возможно, что на второй этаж. С вами сможем сейчас спуститься. Угу. Палата 206. Самая первая палата. Так, а тут закрыто, смотрите. Дорогие друзья, тут закрыто. Вот так просто не пройти. Обратно надо нам будет с вами сейчас возвращаться и пробовать. И пробовать идти обратно через третий этаж на второй. Там, кстати, лесенка была. Можно сейчас съездить на первый как вариант. Если это другой мир, то тут все должно поменяться. И, как я понимаю, тут не должно быть осмотренных комнат, которые мы с вами смотрели. Фонит, фонит. Лифт, выход. Это кто такой? Твою ж налево, а? Понял звук, а? Кстати, тут так можно все патроны потратить, я вам скажу. Я хочу убить. Промазал, промазал. Сука, ты меня напугал, а? Кстати, он тут... Он не бегает тут. Как медсестра, это радует. Во-первых, кабинет директора. Смотрим, смотрим, что тут лежит. Еще какая-то пластинка. Твою ж, а, налево. Пластинка королевы. Пластинка королевы. Прямоугольная красная пластинка с изображением королевы червей. Карты, да? Типа карта игральная. Давайте запись сами сделаем еще одну. Я думаю, надо все-таки нам первый этаж сами полностью исследовать. Кусок говна, ты откуда вылез? Вы случайно не встаете? Что-то как-то меня это все напрягать начало. Уж больно тут враги сильные пошли, не то что. Патроны, кстати, могут быстро закончиться. Я вот вам что вам хочу сказать. Тут фонит, где он стоит? Сука, а? Фу, я сейчас возьму дробовик. Я не знаю, что с ним сделаю. Но, сука. Это что такое упало у него? Непонятно, ли это лежало. Так. Тут ничего, по-видимому, нету. Тогда какого хрена мы сюда зашли? Чуть ли не в каждой комнате по монстру сидит. Блин, это вообще нехорошо. Смотрим, смотрим, смотрим. Что еще тут есть? Патрончики, отлично. Чего особенного? Ладно, хорошо. Склад. Ну и через аптеку можно пройти нам с вами обратно. Вполне возможно, дорогие друзья, нам надо с вами как-то будет расставить вот эти пластинки.
На дощечке, которая есть. Опять вылез, похоже. Нет? Так, никого не слышно. Так, а он тут. Я предлагаю с ним разобраться. Отлично. Добивай этого паразита. Он не хочет его добивать. Видимо, он отъехал. С таким ножом нехиленьким он тут бродит. В аптеке не были. Ладно, пошлите в смотровой кабинет. Ага, кто бы нас пустил, называется. Тут тоже все закрыто. Вот, на второй этаж можно, кстати, будет посюда пройти, по этой лестнице, если обратили внимание. Я вот хочу вот эту штуку проверить. Блин, зачем опять в третий раз? Потратил еще один патрон просто так. Давайте посмотрим, сколько у нас патронов с вами осталось. Дробовика 3 патрона. Похоже, больше нету. Так, все патроны сами растеряем. Нет, 10 остается еще. Возьмем пистолет. Кто-то бегает там. Скорее всего, это вот эта девушка, или как ее назвать, которая видели, которую видели с вами на заставке, так скажем. Лесенка вниз. Знаете, дорогие друзья, я думаю, надо сам все-таки сохраниться, ну и в следующей серии продолжить исследовать наш с вами это госпиталь. Ну, я скажу, если честно, немножечко как-то страшновастенько. Поэтому, дорогие друзья, подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Оставляйте свои комментарии, ставьте палец вверх. Вам большое спасибо за внимание, за то, что смотрите. Ну, с вами был Стич. Всем пока.